Сегодня у нас замечательный праздник. День села Рождественна. 585 лет. Анёк, ну ты слышишь, хоть ради приличия давай, поддайся, не надо, а? Не надо никаких приличий. Женщины понравились. Ну, мне понравилось, что сцена появилась. В прошлом году я не знаю. По-моему, не было сцены, а может и была. Мы хотим передать привет нашим родителям и учителям. И учителям. Именно они нас привели на танцы, очень нас любят, и без них у нас ничего не получилось. Раз, два, три. Спасибо! Мы очень рады, что мы здесь живем, и мы гордимся нашим поселком. Ура, товарищи! Спасибо.